Возвращать школьников на дистанционное обучение в Нижегородской области не планируют. Об этом сообщил замгубернатор Давид Мелигусейнов во время Большого родительского собрания. В федеральной повестке этого вопроса тоже нет, заверил чиновник. Тем не менее, расслабляться нельзя. Риск третьей волны коронавируса в России есть, поэтому пока от мер профилактики в школах отказываться не будут. Кроме того, речь шла о реабилитации детей, которые подорвали здоровье во время дистанционного обучения. Мы усиливаем роль психолога, мы выявляем вот те сложности, у кого вдруг возникли, и начинаем просто помогать, общаться с родителями, говорить, потому что, да, это было сложно, когда ребенок оказался один со своими проблемами и с невозможностью как бы даже какого-то такого общения, социализации. На собрании затронули вопросы цифровизации образовательной среды, сроки проведения ЕГЭ, возможность работы лагерей летом и приема в первые классы. Также речь шла о выпускных. Я думаю, что это вопрос, который к той ситуации, которую мы будем иметь в конце мая месяца по коронавирусной инфекции, по нормативам, которые, по разрешениям, которые мы получим Роспотребнадзора. Конечно, будем надеяться, что выпускные состоятся в каком-то формате. Возможно, не потоковые, а классные, чтобы класс мог собирался, да, это очень важный момент. Также, возможно, состоятся и выпускные в детских садах. Заместитель губернатора пообещал, что на все вопросы ответит на сайте Министерства образования региона. Полностью видеозапись собрания можно посмотреть в группе «Образование 52 ВКонтакте». Екатерина Апенова, Александр Мальков, служба новостей, Саров-24.